Здравствуйте, с вами программа «Переменка». Сегодня мы находимся на съемке короткометражного фильма с рабочим названием «Летние аккорды сентября». Это фильм о подростках. Узнаем у сверстников, что они думают об этом фильме. Артем, расскажи о своем герое. Ну, мой герой обычный парень, но в нем есть свои особенности. Какие? Ну, он очень веселый и любит читать Маяковского. Такое почтение было к нашим футболистам, прям как у Маяковского. Ну как там? Сдают паспорта, и я сдаю. К одним паспортам улыбка у рта, к другим отношение плевое. Лёх, это уже перебор. Лёш, ну правда. Николь, а ты что можешь сказать о своей героине? Ну, моя героиня — это девушка, которая разъезжает по странам со своей семьей и открывает для себя что-то новое. Может, у Бори что-то случилось? Он такой нервный. У него случилось, а мы страдаем. Знаешь, как мне попадет, если из школы позвонят? А вот в Америке детей не наказывают. Там свобода. Я вообще читала, что все американки – феминистки. А еще этот фильм о школьной дружбе. Привет, представьте, пожалуйста. Я ученица 8 Б-класса этой школы, и меня зовут Коннова Анна. Анна, что тебе больше всего нравится в съемках этого фильма? Наверное, мне больше всего нравится то, что это новый для меня вид деятельности, и это довольно интересно. Тебе не сложно сниматься? Совсем нет. А у вас дружный класс? У нас особо не бывает ни конфликтов, ни ссор. Удачи вам и вашему фильму. Спасибо. И тебе.